перед тем, как поднять автомобиль, желательно освободить вот эту вот гайку шруса. Ну, либо просим кого, чтобы подержал тормоз, и откручиваем ее. Прежде ее растопорив, здесь отогнув, потому что потом как бы неудобно будет ее откручивать. Ну и все, затем переходим уже непосредственно к подвеске самой. Нам предстоит поменять вот этот вот рычажок, предстоит поменять нижний рычаг. Сейчас откручиваем наконечник рулевой, откручиваем здесь, скинем, наверное, стабилизатор, потому что он не дает нижнему рычагу выходить. Ну и все, приступаем, откручиваем стойку вверху, вытягиваем этот рычаг вместе с кронштейном, который крепит ее к стойке. Выпрессовываем верхнюю шаровую верхнего рычага с помощью съемника. Теперь нужно постучать, потянули. Хорошо сидит. Еще потянем. Уже резьбу начал плющить. Вот так вышло. Боюсь, без съемника вряд ли бы ее снял. Все, дальше сейчас откручиваем вверху стойку и извлекаем эту часть. Откручиваем все эти гайки. Три штучки мы уже открутили. Осталась еще одна, которая держит уже непосредственно наш рычаг. Сейчас мы ее открутим, я покажу, как она достается. Стойка у нас, в принципе, остается здесь на месте, а достается только вот эта вот часть. Вот так она выглядит. Вот сюда вставляется подушка стойки. Через эту вот лапу она проходит и крепится уже к кузову непосредственно. Вот наш рычаг. Сейчас откручиваем этот болт. Меняем этот рычаг. Вот он уже крепит. И устанавливаем новый. Ну вот уже стоит новый рычажок. Старый, в принципе, еще мог бы еще и походить. Но привезли все новые. Будем менять все новые. Так что сейчас ставим верхний рычаг. Зажимаем и устанавливаем нижний. Ну вот, я уже поставил рычаг на место. Он крепится вверху. То есть вот этой вот гайкой крепится он. Сейчас заводим стойку в него. Вверх. Попадаем в отверстие в те. И все, стойка сверху у нас покончена. Ставим нижний рычаг. Сейчас переходим к замене рулевой тяги. Итак, для того, чтобы снять нам рулевую тягу, нам понадобится вот такой вот съемничек рулевых тяг. Он одевается на рулевую тягу. Снимается сначала пыльник, конечно. Вставляется. И здесь вот ключиком на 19. В принципе, они разные бывают модификации. У меня вот такой. Сейчас откручиваю нашу тягу. Вот она стала болтаться там уже вообще. Стучит. И ставим новую. Вот наша новая тяга. Устанавливаем отбойничек сюда, не забываем. Так, тягу мы уже установили. Желательно вот это вот расстояние замерить штангенциркулем по старой тяге, чтобы человеку просто немножко можно было поездить, доехать до станции, сделать развал схождения, чтобы сильно не кушало резину. А сейчас мы будем устанавливать на место наш пыльник и продолжать дальше сборку. Все, пыльничек наш на месте. Рулевой наконечник я закрутил. Для того, чтобы одеть пыльник, вы сразу его одеваете, потом загоняете рейку в противоположную сторону. Он полностью туда задавливается, и вам проще одеть этот пыльник на саму рейку. Одеваете хомутик пластиковый и щипцами его накручиваете. Вот наш нижний рычаг. Нужно будет открутить вот этот вот длинный болт. Будем надеяться, что предыдущие мастера его смазали. Если его не смазали, это будет беда. Потом откручиваем вот здесь болт и вот здесь два болта. Стягиваем, пытаемся стянуть съемничком здесь вот нашу шаровую и извлекаем отсюда наш рычаг. В принципе, с нижним рычагом мне повезло. Болт оказался смазанным. Эти болты, которые держат сайлентблоки, довольно-таки неплохо открутились. Все отлично. Сейчас нам останется только попробовать съемником стянуть шаровую. Но если она еще снимется хорошо, то вообще замечательно. С нижним рычагом у нас будет все окей. Так что пробуем сейчас стянуть нижнюю шаровую. Вот так выглядит процесс снятия.
Съемничек поставили. Сейчас его поддавливаем. В торец сюда постукиваем. Ну и будем ее пытаться сорвать. Если съемника нет, можно просто под низ сюда поставить домкратик. Поднять домкратиком и вот сюда под сафи молоточком постучать резкими ударами. Он тоже должен сойти. Вот так я все разобрал, чтобы достать нижний рычаг. С нижним рычагом вообще беда, его достать здесь такой гемор. Еще какие-то мудаки, у меня больше слов нет. Прежние ремонтники, что сделали с гайкой. Я не знаю, как это назвать. Это только руки оторвали за это. Откручивали ее зубилом, походу. Потом заправляли, чтобы закрутить назад. Благо у меня бабушная гайка завалялась. Вот такая вроде ничего. Поставим ее. Сейчас ставим назад все. Ставим новый рычаг. И все. С этой машинкой покончено. Ну вот и все. С подвеской мы наконец-таки разобрались. Сейчас шланги все на место пролаживаем. Все пережимаем. Ничего не забываем. Опускаем машину на колеса, а потом будем зажимать эту гайку. Так что вот такая-то машинка с чудной такой подвесочкой.